Приветствую, друзья. Еду с братом на объект ставить балкон. Купили с ним чебуреков, вкусных чебуреков, по 50 рублей. На 23-м чебуречная. А помните, мы с Демьяном в Урзуфе хотели поесть чебуреков по 150, по 200 рублей, но мы не купили их. А здесь по 50 рублей вкуснейшие чебуреки. Вот так вот. Друзья, приехали на объект. И эти окна нам сейчас надо будет поднимать на 9 этаж. Брат, ты чё там? Чебуреки вкусные, да? Слышно, слышно тебя. Все хорошо. На 9 этаж поднимать. Ну ничего, разомнемся. О, друзья, 5 ходок на 9 этаж. Подняли все. Вот такой вот балкон. Его сначала надо разобрать. А потом собрать уже новый. Вау, как же жарко, друзья. Но ничего, мы справились. Тренировочка. Да, на горизонте завод Ильича. Здесь во времена боев стояло зарево. Конечно, жесть. Их там всех гасили. Паразитов. А за этими домами там Азовсталь завод. Ты пришло и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было. Танцуют все вдруг, как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Сколько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Демоны сгинули отсюда! Короче, брат. Ой, я поздно кинулась. Уже установили рамы. Почти закончили. Ну, говоришь мне? Чё говорить-то? Вот так ставим балкон. Ставим балкон. О. Брат меня учит. Не. Монтировать окна. Да. Монтажи. Брат у меня классный. Классный, да. Соображает. Да. В ремонтах. Средний забивай тоже. Во. А потом дюбель. Понабирай по объявлениям. Не говори. Средний добей тоже. Все. Брат пел. Это что? А где бумаги? Где бумаги? Да, мы два брата. Да. Итак, друзья, балкон собрали. Иди походи. Сначала разобрали, а потом собрали. Красота. Видно луну.
Мариупольский порт. Наш друг Боцик. Боцик сопровождает везде нас. Встречает. Песчаный пляж, Азовское море. Уже вечер, друзья, темнеет. Хотел сегодня для вас поснимать, походить в городе, но не успели. С братом были на демонтаже, потом на монтаже окон. А завтра сделаю что-то для вас обязательно. Всем мира и добра. Пока.